Всем привет! Многие подписчики просили меня сделать постройку на телефоне. И я сделал на телефоне вот такого боевого робота. Перед тем, как начать туториал, давайте посмотрим, что он умеет. Этот робот умеет трансформироваться, и у него есть мощные пушки. Спасибо всем тем, кто принял участие в голосовании. И большинством голосов мы назвали птичку Пельмешкой. Смотрите, как радуется Пельмешка, когда ее так называют. Этого робота я полностью сделал на телефоне. И думаю, у вас тоже получится. Если вам нравится этот робот, то поставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. Спасибо вам за ваши постройки, которые вы мне присылаете в Discord. Я их все смотрю, и лучшие мы обязательно будем строить на моем канале. На создание одного ролика у меня уходит 3-4 дня, поэтому я не могу вам быстро ответить. Время туториала. Сегодняшнюю постройку мы будем строить на телефоне, потому что большинство моих подписчиков играют с телефона. Строить будем из металлических блоков, но только обратите внимание, я не использую титан, а именно железо. Строим куб 5 на 5 блоков на высоте 15 блоков. Если вам непонятно, как я масштабирую, смотрите на эти циферки. Крышу пока что не будем делать, потому что она нам будет только мешать. Внутри ставим два блока и масштабируем, как показано на видео. Прижимаем их к стенке и оставляем только полтора блока. У обоих поршней ставим длину на 7. После того, как мы их выдвинули, на них строим пушки. Рекомендую построить пушки такие же, как у меня. Теперь вот здесь ставим еще один поршень и его длину ставим на 5. Выдвигаем и строим здесь вторую половину пушки. Этот поршень мы поставили для того, чтобы вторая часть пушки задвинулась в первую. Точно такую же пушку строим с другой стороны. Начнем строить нижнюю часть.
Здесь немного расширяем нижнюю часть, чтобы он не переворачивался при езде. Здесь нужно разместить колеса. Скорость ставим на 20. Начинаем строить лицо. Я буду строить из нейлона, но можете использовать любой другой блок. Сейчас начнем привязку. Одно кресло ставим снаружи, к чему все привязывается, и второе ставим внутри. Отвязываем его от того, к чему оно привязалось. И получилось, что внутри ни к чему не привязанное кресло. Гаечным ключом выделяем все колеса и привязываем их к креслу. На каждой пушке ставим по 2 пушки. Обязательно делаем их невидимыми. А вот теперь можно построить крышу, но сначала стак перемещения ставим на 0.5. С помощью отвертки у крыши отключаем коллизию. Начинаем раскраску. Раскрашивайте в какой хотите цвет. Низ нам нужно будет сделать прозрачным. На телефоне это оказалось сложнее, потому что здесь нет клавиши Shift. Я управился за полминуты. Вот наш робот готов. Теперь его сохраняем, отключаем фиксацию и можем проверять. Залезаем через крышу. Если нажать на заднюю кнопку, то он станет маленькой коробочкой. Если нажать на эту же кнопку еще раз, то он трансформируется. По мне здесь решили дать огонь. Чтобы стрелять, нужно нажать на вот эту вот кнопочку. На этом наше видео кончается. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Ух Геймс. Всем пока.